Они, как всегда, встретятся у входа в университет, перекинутся парой фраз и начнут что-то серьезно обсуждать. Иван Борисюк и Данила Гендель – друзья, их объединяет общее дело. Сегодня они открывают свой бизнес. Буквально неделю назад ребята уверенно одержали победу в конкурсе «100 идей для Беларуси», представив на суд жюри уникальный проект. Это сайт и приложение для мобильных устройств, в котором каждый зарегистрировавшийся пользователь может попробовать профессию. Он выбирает из списка профессию, понравившуюся, и на сутки идет на стажировку в компанию. Создается единая база студентов нашего учреждения, можно сказать, пользователей приложения. И в дальнейшем, если человек уже получил образование, работодатель может заглянуть в эту базу, найти ценного кадра и пригласить к себе на работу. Разработка «Ориентир» – это создание единой интернет-площадки, которая позволит не только подготовиться к будущей профессии заблаговременно, но и буквально попробовать ее на вкус. Пообщавшись с ребятами, становится понятно, почему именно «Ориентир» признан лучшим социальным проектом. Юноши – воспитанники Академии молодежных инициатив Центра дополнительного образования детей и молодежи Бреста. Рождение проекта произошло именно там. У нас в Академии есть несколько проектов, и представлять один из них меня и назначили, «Ориентир». И в дальнейшем я знакомился с этим проектом, мне он очень понравился, он меня очень заинтересовал. Потом я познакомился с Ваней, и мы, скажем так, решили продолжать работу над этим проектом и развиваться дальше. То есть на районном этапе мы не выиграли ничего, кроме как пропуска на областной. И на областном мы тоже ничего не выиграли. Вот. Но мы работали над этим проектом, мы его дорабатывали, и с каждым новым этапом, с каждым новым днем мы добавляли в него что-то новое, что-то интересное, и, скажем так, самосовершенствовались, и что в итоге и привело нас к победе. Вместе с дипломом, грантом и сертификатом на информационную поддержку брещанам поступило предложение воплощать в жизни свой проект на площадке Минского технопарка. Однако юноши покидать пределы Бреста пока не планируют. Нужно получить образование и быть полезными родному городу. А на вопрос, кем они хотят стать, когда получат диплом, ребята без доли сомнения отвечают, что будут работать в своем деле, в ориентире, стремясь расширить географию проекта по всей Беларуси.